преддверии празднования 68-й годовщины Великой Победы в Алматинском комитете науки Голымурдасы прошла встреча с дважды героем Советского Союза Талгатом Бигельдиновым. Знаменитого летчика ученые и студенты встречали стоя, бурными аплодисментами. Для нынешних поколений он не просто мужественный человек, а живая легенда. О Талгате Бигельдинове написаны повести, сняты фильмы. В этот раз организаторы акции презентовали очередную документальную картину о подвигах ветерана. Сам Талгат Бигельдинов, общаясь с молодежью, рассказал о том, как сражался в небе против немецких захватчиков. За 2 года войны он совершил 305 боевых вылетов, штурмуя наземные войска противника. В воздушных боях сбил 7 самолетов. Сражался авиатор на истребителе Ил-2. Вот как описывает летчик свою машину. Этот самолет фашисты называли «Черной смертью» и очень боялись. А мы называли его «Воздушный танк». По тем временам это была очень мощная машина. У него было 2 пулемета, 2 пушки и 6 «Катюш». Внутри лежали 4 ящика с противотанковыми бомбами, каждый по 40 килограммов.